Здорово, народ! Добро пожаловать на обзор игры Martha is Dead. Да, я наконец-таки нашел хоть одну достойную игру 2021 года. Это капец. Искать, конечно, в этом бардаке это чернуться можно. Это, кстати, демо-версия. В общем, про что эта игра? Это мрачный психологический триллер от первого лица, события которого разворачиваются в 1944 году в Италии. В этой игре стираются границы между реальностью, суевериями и трагедией войны. В общем-то, я сначала час поиграл, потом почитал описание, я так всегда делаю, чтобы посмотреть, совпадает ли описание игры и мои выводы, так сказать, вместе. Да, здесь все полностью совпадает. Да, это именно народ психологическая игра. Ну, правда, если я правильно понял, девушке приснился сон, что ее сестра умерла. В итоге она проснулась и начинает разбираться, что же случилось. По игре, кстати говоря, сразу видно, что она предназначена для шлема виртуальной реальности. Так и графика в игре, управление, говорят сами за себя, движение персонажа. Но графика в игре, еще раз, и физика персонажа, они абсолютно на высоте. Такое я видел только в играх с виртуальным шлемом. Я в две игры поиграл, сейчас название не вспомню. В принципе, тут его вообще не хватает для полной степени погружения в игру и ее историю. Но игра в действительности очень качественно сделана и оптимизирована. Советую поиграть, попробовать демо-версию. Ну, если шлем VR есть, я могу только позавидовать. Ну, такие игры, к примеру, и исполнение сейчас редко где найдешь. Я хоть, честно говоря, и терпеть не могу игры с психологическим наклоном, но эту, вероятно, прикуплю, так сказать, для коллекции. Только из-за графической и физической составляющей. Так как после некоторых игр тут явный показатель, как надо делать игры, графику и как рисовать, плюс оптимизация. Я уж не говорю про народ глубокий сюжет. Всем удачи, всем пока.